Итак, всем здорова, дорогие друзья, с вами Герман, и я вас всех приветствую в очередном видео про русской рыбалки. И мы с вами продолжаем ловить рака. Хотел бы вам похвастаться уже своими достижениями. Блин, вот это почему-то нельзя перетянуть эту штучку, хотя очень хочется. Ладно, смотрите, я уже наловил 1000 штук раковых шеек. И я не намерен останавливаться, я хочу поймать 10 000. Хочу сразу сказать, что если вы будете поступать так, как я, вот так вот безжалостно, вот так безбожно вылавливать рака, опустошать лягушачью заводь, то есть будете вот так вот тягать рачка, как я, то. Что вам для этого нужно? Ну, во-первых, вам желательно бы купить лопату, потому что покупать червя невыгодно. Ну, как невыгодно? Ну, если вы собираетесь ловить... Ну, штук 100, ну, 1000, ну, 2, тогда еще можно купить червя. Но если вы собираетесь ловить 10 000, как я, и то, если у меня хватит терпения, я подумаю выловить 25 000, потом все сразу их продать. Да, я такой хлопец, серьезный. Ну, конечно, я хочу потом оставить немножко себе, но, может быть, я потом себе наловлю. Как видите, червя дофига, и мы с вами будем тягать сейчас рачка. В среднем я высчитал, что получается... Ой, в среднем. То есть я высчитал, за 25 минут реального времени получается полный садок рака. Полный. 300. Это как он? 300 рачка. За 25 минут. Ну, давайте возьмем, например, поклевки, да. Пусть они будут реже. То есть 30 минут. То есть полчаса реального времени мы с вами выловим уже 300 рака. Это круто. И немножко надо знать, что вот ночью рак клюет хуже, чем в течение всего дня, всего периода. И поэтому вот с таким вот расчетом. Прикармливать ночью вот такой вот клев у меня, да, вот. Я вам не советую, потому что вот бычка сразу выпускаете, мой совет. Я раньше вот так вот ловил, забивал, а потом под конец выпускал, но лучше вот так вот сразу. Выпускайте, чтобы потом не думать за них. И вот так вот 300 рачка можно забить. Вот и считайте, получается за полчаса 300 рака, это уже час, уже 600. Полтора часа посидеть на этой базе, и у вас уже, можно сказать, 1000 рака. Думаю, за полчаса можно даже больше поймать, чем 300. Ну просто там же еще надо время, как вы понимаете, раковые шейки там сделать, туда-сюда там, тереперы нам, и поэтому тоже тратится время. А если еще Shift B долго задержишь, оно вылетает, клиент, поэтому это опасная тема, с ней лучше не перебарщивать. Ай, так. Вот тут тягают рака, отвар удачи вот чувак выпил. Тут, кстати, вот я вчера ловил ночью. Выловили 4 сундука с раком. Правда, деревянных, но все равно. Я в этой игре поймал только один раз деревянный сундук, и то там лежала какая-то хрень. Не повезло мне сильно с ней. Так, вот у меня найдем, давайте. Вы уже находитесь на этом водоеме. Просто тут место-то забивается, и мне надо как-то использовать путевочки. Можно, в принципе, поотдавать кому-то. Путевки. Как я уже говорил, я сейчас вот в последнее время буду жестоко сидеть на дёме, пока не наловлю 10 000 рак. А может быть и больше, смотря когда мне это надоест. Так что заходите, все подписчики, которые играют в онлайн, добавляйтесь в друзья, если хотите. Будьте у меня в друзьях. Найти можете вот на дёме, локация лягушачья заводь. Еще написали, смотрю насчет конкурса, да, написали ажиотаж, комментарии, вся фигня, все хотят конкурс. Конкурс, да, это хорошо, хорошо, что я решил его сделать. Пока не буду говорить все секреты, я уже вроде бы его обдумал, не знаю, понравится вам или нет. Ну, конкурс будет связан с рыбалкой, и думаю, не составит проблем выловить данную рыбу, как и офлайну, так и онлайну. Так что, думаю, шансы будут равные. И можете поймать. Ну, как, естественно, как всегда, будет на самый большой экземпляр.
можно ловить. Ну, я так понимаю, это будет трофей. Если в онлайн... Ой, в офлайне это трофей. Но я не знаю, есть этой рыбы трофей или нет. Ну, то есть самый большой. И здесь это будет... этот, как он... Не трофей, а тут они как мутанты называются. Вот, мутант. Так что вот так. Это все будет у нас делаться. Так, тут я немножко не так. Тут, кстати, вот тут ямка 55. Вот тут надо смотреть внимательно, чтобы пологая изна была немножко неровная. Иначе не будет рак клевать. Вот, видите, это мусор. Несмотря на то, что он ушел куда-то туда, это мусор. Так что... Так, раз, и сбрасываем его, он не нужен. У меня, знаете, на 58 килограмм, катушки 75, вообще такие батьковские. Но они все равно, ну, они вытянут. Но зачем их грузить, если я ловлю чисто рака? Мне это совершенно не нужно, я циклился на раке. Если чуть-чуть не тянется, все сразу сбрасывайте. Не, ну как чуть-чуть. У меня вот был рак, вчера выловил на 580 грамм. То есть, да? Ой, извините. Во, можно путевочку. Нельзя. Вот гады. Ну ладно, я плачу. Путевка вообще, она... Кстати, сейчас рак подешевел. Обидно, сейчас он стоит 3-3,5. Это, конечно, печально. Печально, но ничего не поделаешь. Будем ловить. Я думаю, меньше двух он не упадет. Хотя, кто его знает, он на все, возможно, это рыбалка, потому что сейчас что-то цены падают, вот эти все сраные перекупщики, они покупают, продают подороже, все же бесят меня, стараются купить на пару рублей дешевле, чтобы потом продать подороже. Нет, пойти просто наловить тоже и продать, как нормальные люди. Не, они специально вот это мутят воду в бассейне, ё-моё. Видите, рачки клюют очень убойно, вообще шустро. Мы с вами болтаем уже 7 минут, и уже наловили 50 штук. Так вот можно хорошо здесь ловить. И для начальных уровней, вот, за полтора часа игры, 1000 раков. А за 1000 раков, если посчитать, вот по 3, да, вы продадите, 3 миллиона. Для начала 3 миллиона, это будет очень неплохо, вы сможете купить себе нормальные снасти. Да даже если пусть по 2 миллиона, ну, хотя таких цен сейчас нет. Сейчас 3,5 это самая нормальная цена, перекупщики по 3 берут. Вот. Можно найти 4. Всегда людям, ёршик еще иногда попадается. Всегда людям, которые нужен рак, всегда покупают подороже, чтобы быстрее купить. Понимаете, да, фишку? Вот, например, мне нужно отвар сварить. Допустим, мне нужна срочно пузанок мне нужен. Я захожу на базу, например, смотрю на Клязьму и читаю эти вот. Сидите, читаете, хоп-хоп. Не продают, да, никто пузанка. И пишите, что купите по... Там. Обычно, знаете, перекупщики за 17 хотят купить. Или вообще такие люди, которым он нужен, но не очень. А тем, которым срочно прям нужен, они готовы выложить по полную деньги на стол, кинули баксы свои, ну, то есть тут рубли, и все, и забирают все, что им нужно. Ну вот, ставите цену 20 за 20 с руками его оторву. И не надо вестись на всякие вот эти, знаете, разводы типа, вот, это не та цена, продает, это типа... Высокая цена, за столько не покупают. Угорь. Наловили угря. Если хотите... Вот я поймал 40 угря тогда. Вот почему мне 4 миллиона? 40 угря я выловил. А, нет, что я вам брешу. Я 40 угря выловил и отпустил. Я поймал 100. Да, я 100 штук поймал. И лазил в течение дня, не игрового, а реального. Искал, кому продать его. Так никого не нашел. Потом под конец, под вечер... Зашел, смотрю, чувак покупает угря по 15. Думаю, это очень низко, но все равно потом перепродаст, если что. Но я хотел уже настроился идти ловить рака, и мне угорь в садке совершенно был не нужен.
покупку, и мне надо было от него избавиться. Плюс я хотел, чтобы у меня уже хоть как какой-то капитал был у меня в кармане. Как-то с 1 миллионом было позорно, что ли, быть 24 уровнем. Я его продал по 15, а потом уже сегодня, сегодня, я зашел, смотрю, чувак покупает угря по смс-ка. Написали. Тихо. Бычок. Бычится. А там уже чувак покупает угря по 18. Пишет, куплю много угря по 18. Вот так вот. Можно, в принципе, подождать. Всегда найдется тот человек, который купит по цене. Не, если были б наживки, я подождал. Знаете, вот как лягушка делается, или вот как раковая шейка. Можно ждать сколько хочешь. Потом по нормальной цене продать, потому что всегда найдется покупатель. А вот с рыбой тут есть проблемы. Садок не бесконечный, рыба мешается, и поэтому туда-сюда оно... Такие вот пироги у нас. Что это такое? Не понял. Ну ладно. Странная смс какая-то. Так. Еще там люди мне написали, что даже нравится, по-моему, один человек написал. Ну, не один, тоже пишут, что хотят серии больше выпускать. Ну, честно скажу, я не знаю, сейчас времени много, постараюсь выпускать почаще, но, как правило, на выходных я выпускать обычно не могу, ну, там, занят туда-сюда, там, время, и поэтому. А еще после Нового года, я не знаю, я, может быть, буду работать. Пока меня не заберут в армию, так сказать. И, короче, такая фишка. Ну, это понятно, да, что я с 8 до 5 буду. В 5 часов вечера я прихожу. У меня времени будет вообще мало. Я не знаю, смогу ли я снимать вообще рыбалку или нет. Так что тут вы там смотрите, если вдруг что. Рыбалка, готовьтесь, что после Нового года она будет выходить. Я пока не знаю, но думаю, что намного реже. Может быть, в неделю всего лишь. В серии 2-3 в неделю. Так что, потратить. Ну, в неделю я имею в виду с понедельника по пятницу. На выходных я постараюсь. Если будет все нормально, то постараюсь снимать. Но не обещаю. Не обещаю. Вышел из локации. Вот, как видите, уже сотня есть рачков. Если вот так вот с кем-то болтаете, там можно нормально половить, оно хоть не скучно. Так, еще надо будет потом снимать видео по рыбалке. Но раков здесь не будет, их смотреть, как я каждую серию ловлю раков. Надо что-то будет разловить. Я вот думал, сама или атлантического осетра. У меня, в принципе, лукфиш есть. Правда, не поломанный, но... Ну, как кто-то мне отдал, подписчик, по-моему, я ему уже рассказывал, Logfish. Там по 50, по 60%, доломать их до конца. Ну, зато на халяву, в принципе, достались удочки. Ну, типа 62. Можно половить сама, там, или еще что-нибудь. Ну там будет видно, я потом подумаю, что разловить. Я вообще думал насчет сама, но может быть Атланта разловлю. Пока что еще не решил. Пока я буду сидеть на раках, реально. Очень упорно вообще. Буду ловить раков. Хочу раков поймать. Представляете, 10 тысяч раков, это такие деньги. Или 25 тысяч. Правда, задолбёшься ловить его, но ничего не поделать. Зато денежки будут. Причем большие. Зато я после этого рака хоть наконец-то куплю себе котелок, смогу ухи сварить себе. Алкоголя смогу купить, нормально раскачиваться. Плюс снасти более-менее нормальные. Тут даже, в принципе, можно не покупать раковую шейку. А вот прийти наловить... Не, ну просто, конечно, лень людям ловить. Можно большого живца половить. Он 80 вроде стоит, один.
Но сами смотрите, это надо 50 уровень там. И до этого уровня еще как. У меня любимый рыбой рак. 1200 выловлено. Скоро там будет тьма выловлена. Так, что-то бычки стали чаще попадаться. Мне это не нравится. Хотя днем они попадаются, но пореже обычно. Сейчас прям что-то часто. Бля, опять бычу. Ну, бред, а? Ладно. Итак, хотелось бы еще поговорить насчет конкурса. Конкурс, я думаю, будет 10 декабря, а закончится 30-го. Ну или туда чуть позже, позже, в январе. Я еще потом подумаю. Но, думаю, точно начнется 10-го. Сегодня у нас, по-моему, 9-е, если мне не изменяет память. Да, 9-е, то есть завтра я уже выложу видео насчет правил, насчет конкурса. Можете поскидывать всем своим друзьям, знакомым, вообще полностью всем, кто играет в рыбалку. Пусть посмотрят, если выполнят требования, которые у меня там будут предоставлены, могут тоже поучаствовать. Сразу говорю, у кого не будет этих требований, можете даже не ловить рыбу. Я не приму. Требования потом я все это оглашу, выложу завтра видео. Все будет окей. Посмотрите, скажете: о, блин, чё, опять? Вот дерьмо. Бывает это небольшое подлагивание. Это у меня, походу, инет кто-то сейчас просел. А может, это у них сервак? Одно из двух. Но вчера у меня вечером проседал интернет вот так вот, так что если вот это был интернет, это плохо. Когда проседает интернет, оно вот это вылетает, вся эта фигня. Плюет рачок, как из пулемета. Итак. Видите, у меня есть немножко снастей. Там еще, кстати, достижения дают за сломанные удочки, за участие в турнире, дают за то, что вы рыбу выпускаете. И еще там за какую-то фигню. А, за выпитый алкоголь. Ну, то есть дофига за что дают достижения, так что. Жалко, что нету, ну, знаете, чтобы посмотреть, к чему стремиться. Статистики достижений. Посмотреть-то можно, какие вы уже получили, а вот посмотреть, какие еще можно получить, и что для этого надо сделать, вот это нельзя. Вот это мы, конечно, разработчики русской рыбалки не продумали. Кстати, все, кто, наверное, играет в онлайн, сталкиваются с такой проблемой, что при продаже рыбы, вот в садке, к примеру, угря, другому игроку, надо очень долго клацать. То есть, вот, вы берете, нажимаете клацать, выбираете клацать. И если так продавать 100 рыб, а то и больше, то, естественно, отвалится палец, как он у меня чуть не отвалился. И я, походу, решил эту проблему, я потом это протестю. По-моему, можно за 10 секунд выделить 100 рыб. Вы будете шокированы, да. И при этом не нажать, нажать всего лишь одну, это как он, одну кнопку. Это есть такая программка. Сразу скажу, что она не запрещена, ну, то есть за нее не забанят. Но ее еще надо протестить, я еще потом это протестю и уже потом расскажу, покажу. Вы мне, кстати, потом в комментариях там через недельку напомните, что я могу забыть, кстати, за нее. Вот если я, ну, могу забыть рассказать, имею в виду. Протестить-то я не забуду. Вот, вы мне напомните, я вам тогда скажу. Но если все получится, тогда я обязательно сниму видео, как ей пользоваться, где ее скачать, выложу. Скачайте и будете пользоваться, и душа будет радоваться. Будете передавать рыбу буквально за 10 секунд по 100 штук. Думаю, это очень удобно. Ну ладно, на этом наша серия подошла к концу. Всем спасибо, что вытерпели, как я ловлю рака. Подписывайтесь на мой канал, оставляйте комментарии. Ставьте большие пальцы вверх, если вы впервые на канале, оставляйте свой e-mail адрес внизу комментариев, я вам буду присылать уведомления о выходе новых серий. Всем огромное спасибо, ни пуха ни пера, и удачи на рыбалке, всем пока.